Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Серьги с бриллиантами по цене менее 2000 рублей. Как это возможно? Ответ на телеканале Шоп-н-Шоу в наших прямых эфирах. Серьги и изысканность – ваше лучшее предложение. Серьги изысканность с двумя натуральными природными круглыми бриллиантами. Выполнены из драгоценного серебра 925-й пробы, покрыты золочением и, конечно же, вот в такой современной, изящной, классической форме, в современном классическом дизайне. Серьги с бриллиантами должны быть, конечно, у каждой женщины, потому что это классика. Иметь серьги с бриллиантами всегда статусно, всегда будут великолепно сочетаться с вашими украшениями. И ты знаешь, мне нравится бриллиант тем, что он бесцветный, а значит, подходит к любым цветам в вашей одежде, к любым цветам ваших волос, к любому цвету глаз. Он абсолютно слушай, вот такой комбинаторный камень, тем более это король всех минералов. Ну что ж, пара серег с бриллиантами по цене букета цветов. Серьги изысканность 1999 рублей. Только сегодня. Первый и последний раз. Я не уверена, что эта коллекция когда бы то ни было еще вернется. Только сегодня это предложение доступно, не упустите. Таких бриллиантов вы не найдете. Зайдите в любой ювелирный магазин. Во-первых, вы не встретите серебро с бриллиантами, это точно. А если встретите, то сразу цена будет 5, 6, 10 тысяч рублей. Европейские бренды очень любят, да, сочетать серебро с бриллиантами, но там цены за бренд безумные. Сегодня цена на телеканале Шоп-н-Шоу за новую коллекцию с бриллиантами 1999 рублей. Наше украшение не выглядит как серебряным, потому что сверху нанесено драгоценное розовое золото. И два драгоценных природных бриллианта делают это украшение уникальным, статусным и дорогим. Ведь здесь бриллианты 007. И, ты знаешь, вот такого размера достаточно, чтобы иметь вот такой яркий блеск. Сейчас покажу паспорт на украшение. Вот здесь есть все описание. Что такое паспорт? Это вот такая бирка на изделие, которая содержит в себе все квалификационные признаки. Что это за украшение? Какой у него вес? Какие ставки? Вот они, два бриллианта круглых 007. И для того, чтобы бриллиант вообще созрел, нужно более миллионов лет. Конечно же, это очень глубокие такие залежи пород, более 100 километров, представляешь, вот бурят землю, да, для того, чтобы добыть бриллианты. И температура высокая, конечно, более 1000 градусов. Олеся, а помнишь, ты мне еще говорила, что не все бриллианты белые? То есть многие, которые вот добывают там, где ты говоришь, в тяжелых условиях, еще и не годятся для ювелирных украшений? Не годятся многие. Это действительно, они называются технические бриллианты. В данном случае у нас бриллианты природные, белые. И благодаря вот такой закрепке Illusion, ты видишь, вокруг нашего бриллианта яркие солнечные драгоценные лучи создают эффект, что у нас здесь по пол карата каждый камень. Конечно, это очень современная обработка, которая позволяет носить украшение с бриллиантом, приобретать его, конечно, по стоимости, которая доступна всем. И вот благодаря нашему предложению у вас будет возможность носить натуральные природные бриллианты. Бриллианты короли всех минералов, которые только существуют. Вот представляете, сколько нужно времени для того, чтобы созрел бриллиант. Бриллиант никогда не потеряет своих качеств, у него не будет образий ребер, поэтому говорят, что он вечный. Образий ребер не будет, это значит, что он всегда будет сиять безупречной яркой дисперсии. Ну что ж, история миллионов лет заключена в этом камне. Энергетика, сила, влияние, все вы получаете при помощи бриллиантовых серег. Не зря короли и королевы в истории человечества всегда носили исключительно бриллианты. Чем мы хуже, дорогие мои? Бриллианты – наши спутники отныне и навсегда. Меняйте свою жизнь сегодня. Серьги и изысканность, цена 1999 рублей. Ох, для кого-то жизнь действительно изменится. Вы всегда мечтали о бриллианте. Все грезят, все хотят, чтобы бриллианты были в нашей шкатулке. И это сегодня реальность, это сегодня возможно.
Ох, как красиво в сочетании, боже мой, невероятно, кольцо и серьги. Кстати, продюсер, а у нас для бесплатной доставки, чтобы добрать в этом комплекте, еще же цепочку нужно добавить, да, я думаю? Браслет можно добавить, можно цепочку добавить, две по цене одной. Сейчас с браслетом будем комбинировать, ну гениально сочетается. Посмотрите, как сочетается. Мы сегодня говорили о комбинаторности украшений. Посмотрите, как с нашим украшением они прекрасно смотрятся, браслетом сияние весны, потому что здесь у нас роди и золото, и также в украшениях. Посмотрите, как бриллианты горят. Классический дизайн, плавные линии. И, конечно, размер хочу измерить для того, чтобы было понятно. 1,5 сантиметра серьги наши на английском замке. Вот такая современная классика позволяет эти украшения сочетать абсолютно с любыми вашими изделиями. Конечно, в бриллиантах вы будете выглядеть всегда безупречно. Олесь, а вот то, что касается замочка, скажи, пожалуйста, но все-таки не хочется сережки с бриллиантами. Ой, как сияет, боже мой, не хочется их потерять. Здесь надежный замок? Ты знаешь, здесь замок английский, поэтому, конечно же, это самый надежный замок, который только существует. Вот он у нас английский. Показываю в руках для того, чтобы вы увидели блеск бриллиантов и насколько он сочетается с кожей и подсвечивает вашу кожу. Вот так же будут сиять ваши глаза. Посмотрите, какой яркий блеск украшений. И, конечно, рекомендую носить комплектом, ведь благодаря надежной закрепке, которая не цепляется, эти изделия вы будете носить их постоянно и очень комфортно. Ну что ж, великолепие для вас очень популярно. У нас осталось менее 20 предложений. Сочетают вместе с подвеской знаки зодиака. Конечно, у нас же еще подвеска бриллиантовая, дорогие мои, для тех, кто не видел. Подвеска знаки зодиака с бриллиантами. Продюсер, а можно на мне тоже показать? Ай, на мне тоже подвеска есть. И сережки есть на мне. Конечно, я подготовилась. Я вот тут вот прям сразу надела. Мне интересно, конечно, примерить. Давайте посмотрим. Они очень изящные. Они, посмотрите, какие нежные. Они такие комфортные. Ты знаешь, они абсолютно классические серьги с бриллиантом. Подходящие под любой наряд. Под твое вечернее, красивое, вот такое роскошное красное платье. Под подвеску. Можно носить с деловым костюмом, абсолютно с рубашкой. Потрясающе. Можно носить... Не чувствуются. Они не чувствуются. Они легкие, удобные, действительно. Да, очень комфортные. Но вы-то будете знать, что на вас бриллианты. Я, кстати, когда первый раз... Например, украшение с бриллиантами получила в подарок, это было кольцо. Слушай, я его снимать вообще не хотела, я на самом деле смотрела и смотрела на свой бриллиант. И вы тоже сможете носить эти коллекции, не снимая, в том числе, вот они у нас, бриллиантовая коллекция. Посмотри, бриллиантовая подвеска, горят. Да, бриллиантовые серьги изысканность, кольцо изысканность. Кстати, с бриллиантовой подвеской сразу будет бесплатная доставка. 4 бриллианта у вас будут в этой коллекции, заказывая вместе с подвеской.